Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня собираем и украшаем торт в виде укулеле. Это маленькая четырехструнная гитара. Сначала я распечатала шаблон нужного мне размера на обычном листе А4. Так как подложка 30 на 40 сантиметров, и это максимальный размер, который поместится в холодильнике, поэтому готовый шаблон 35 сантиметров. Вырезала я его, делая небольшой отступ от картинки. Прикладываем шаблон к бисквиту и вырезаем. Ссылки на все видеорецепты оставлю в описании под роликом. Также ссылку на шаблон оставлю в описании. Собираем торт. На подложку наносим немного крема, чтобы приклеить к ней торт. Крем заварной, масляный, шоколадный и грецкий орех. Я его сразу смешала с кремом. Также в прослойку я укладываю банан. Этот слой я сделала полностью из обрезков. При сборке 3D тортов я стараюсь не оставлять обрезки. Оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь. Спустя ночь торт устоялся. Снимаем пленку.
прикладываем шаблон и продолжаем придавать форму. Срезаем все лишнее. Украшать будем белково-заварным кремом. Украшение очень простое. Выравниваем верх торта и делаем черновое покрытие сбоку торта. Точно такую же картинку я распечатала на вафельной бумаге. Для украшения этого торта нам понадобится всего одна насадка – малая открытая звезда. Сделаем бордюр сверху и снизу торта. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталось чуть меньше половины. Теперь посчитаем, сколько я заработала с этого торта. Этот торт стоил 800 рублей за килограмм. Так как это 3D-торт, поэтому он стоил дороже на 100 рублей килограмм. В составе есть грецкий орех. Плюс еще 100 рублей за килограмм. Получился торт 2 килограмма 700 грамм. С заказчика я взяла 2200 рублей. Себестоимость бисквита 260 рублей. Себестоимость крема 250 рублей. Себестоимость белково-заварного крема 80 рублей. Грецкие орехи 150 грамм 150 рублей. 2 банана примерно 30 рублей. Подложка 60 рублей. Итого 830 рублей. 2200 рублей отнять 830, получается 1370 рублей. 170 рублей отнимем на моющие средства, воду, электричество и прочее.
Чистая прибыль минимум 1200 рублей. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!